Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня будем готовить куриное филе в панировке с петрушкой. И вот какие продукты нам понадобятся для его приготовления. Такое золотистое филе в панировке у нас сегодня получилось. Внутри нежное сочное мясо, а снаружи хрустящая аппетитная корочка. Обязательно попробуйте приготовить, это очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новый рецепт. До новой встречи, друзья!